Так, здравствуйте, товарищи. Начинаем очередное занятие. Тема сегодняшнего занятия у нас квинтэссенция коллективного договора. Значит, что предстоит сделать нашим уважаемым слушателям? Выступить с анализом коллективного договора, который у них находится в распоряжении. Это коллективный договор между работодателем и работниками ЗАО «Первый контейнерный терминал Санкт-Петербург». Задача состояла в том, чтобы выделить самое интересное, самое важное, то, что является ключевым в этом самом договоре. Потому что это нужно и для выяснения вопроса самому себе, это нужно и для понимания того, как вот добиться заключения такого коллективного договора. Для этого нужно, прежде всего, работникам уяснить, что, за что они, собственно говоря, борются. Можно сказать, за весь текст мы боремся. За все запятые, за все точки, за все названия, главы. Но всегда в нем есть что-то такое наиболее существенное, что выделяет. И это проблема, во-первых, и для тех, кто это делает. И эта проблема вообще научная. Тот, кто знает, как с чем сталкиваются диссертанты, которые пишут диссертации, или дипломники, которые пишут дипломы, они сталкиваются с тем, что спрашивают, что у вас вот такое вот самое главное, интересное, и это очень новое, и очень трудно это найти. Вот, потому что как-то человек писал, и не может выделить сердцевину. Главное. Или основное. Главное, оно как бы наверху, а основное, оно там лежит в основе и порождает все остальное. Поэтому нужно и главное находить. И основное. Например, основной закон товарного хозяйства – закон стоимости, а главный, наверное, закон прибавочной стоимости в капиталистическом хозяйстве. Правда? Это вот на поверхности уже. Но прибавочная стоимость – тоже стоимость. Поэтому, если речь идет о борьбе за стоимость, то это и борьба потом за прибавочную стоимость. Садитесь, пожалуйста, если вам удобно. Вы готовы выступить сегодня с анализом коллективного договора? Народ ждет. Вы не можете волю народа как-то отринуть? Да? А как мы можем еще к народу выйти? Вот так мы выходим к народу. Сейчас вот товарищи будут. Значит, что требуется? Тот, кто будет выступать, он называет полностью свое фамилию, имя, отчество. Так, слушатель. Под запись второго курса, слушатель второго курса, магистратура, отделение конфликтологии. Так, это уже люди. Это вообще люди, которые все закончили. Это специалисты через 5 лет, а тут 6-й год уже заканчивается. Тут о чем вообще может быть разговор? А? Как врачи учатся 6 лет, вот мы. Да, вы как бы лечить общество будете. Да. Поэтому как врачи. Вот. Значит, порядок будет такой. Раз. Два. И три, чтобы вы пришли, как говорят, прийти в себя. У Гегеля есть такая категория – в себе бытие. Она кажется очень странной, как это дикое такое название, там, где говорится о нечто и изменяющемся нечто. Говорят, что изменяющееся нечто – это единство в себе бытия и бытия для иного. Бытие для иного – это переход в иное. Но он переходит в иное, и в этом, в ином, остается самим собой. Ведь все же вы развиваетесь и остаетесь этими же людьми, но уже другими в то же время. То есть это не иное, другое какое-то нечто, а это же, но в то же время иное. А в себе бытие – это равенство с собой. И вот я искал, думаю, что значит в себе бытие, как-то непривычно для слуха, а потом выясняется, что в русском языке говорят, что вам что, не по себе? То есть, что значит не по себе? То есть, вы не в таком, не в обычном, не характерном для вас состоянии. Или человек вот разговаривал, потом говорит, ну почему вы до сих пор не подготовились? Все, начинает вдруг кричать на людей. Это значит, человек вышел из себя. Я стараюсь не уходить обычно. Но если, так сказать, я бы начал на кого-то кричать, там, на вас возмущаться, говорит, вот вы тут опоздали, там, и так далее. Я, например, считаю, вот как, с точки зрения равенства с собой, что сейчас почему люди опаздывают? Жизнь такая. Работа, раз. Так, человек может, говорит, вот ты что, говорит, вы спите на лекции? Так он может ночью работу. А я буду спрашивать, буду он. А если человек, а потом как в диалекциях, я знаю, что человек испытывал внутреннюю борьбу. Прийти на лекцию, не прийти на лекцию. И вот он пришел.
совершил, можно сказать, перелом, подвиг. И тут на него накидываются и говорят, вы опоздали. Да он пришел, он победил, давайте поздравим. Вам легко это досталось, а некоторым очень трудно. Они трудности преодолели. Поэтому я думаю, это вот такой с примитивом мы заканчиваем с таким. И относимся к людям, как, так сказать, людям, которые ведут жизненную борьбу. Они стремятся к знаниям, надо им только поощрять, как вот с артистами. Раз кто-нибудь говорит, вы плохо сегодня играли. Это если вы хорошо сыграли, надо вам подарить цветы и похлопать побольше. И все. И тогда человек еще будет лучше. Я говорю, вот вы это не так сделали, это не то. Так у вас, если певец, у вас может после того и волос пропадет. Вот, так что, наоборот, у нас есть все возможности для раскрытия всех способностей. Пожалуйста, сегодня вы будете раскрывать свои способности, а я перехожу в разряд слушателей. Сажусь сейчас сюда и предоставляю вам слово. Только не забудьте себя назвать полностью. Фамилия, имя, отчество, кто? Кто? Временем у вас не ограничиваем, чтобы вы не говорили, что вам тут слово не дают, забивают, только сами говорят, студентам не дают вообще даже и рот раскрыть. Никто такого не говорит. Нет, ну поэтому я предлагаю вам, так сказать, ну, широко использовать возможности. Меня зовут Анисимов Дмитрий Игоревич, я студент второго курса магистратуры, кафедры конфликтологии, специализация у нас политическая конфликтология. Ну, вот я как бы Михаил Васильевич просил рассказать, как можно меньше заглядывать то, что написано, то, что запечатано, поскольку писал я сам от своей руки, это не откуда я выдернул или еще что-то. Действительно, сидел сам и все это записывал, поэтому я позволю себе прочитать, чтобы как-то повысить качество своего ответа, потому что если я буду рассказывать, я упущу очень большое количество значимых деталей, которые важны действительно при рассмотрении данного коллективного договора. И это будет ответ весьма сжатый по времени, собственно. Я могу выделить что-то главное, да, но это будет буквально у меня тут выделено, да, написано два абзаца, как бы вступление небольшое я сделал и некоторые выводы для себя после прочтения основного текста коллективного договора. Я заглядывал в приложение, но подробно каждую страницу приложения я не читал, потому что, собственно, в основном тексте изложено основное, да, главное. Ну вот, коллективный договор, закрытое акционерное общество, первый контейнерный терминал, который действовал на предприятии с 2008 по 2011 годы, может быть и ранее. Но, по моему мнению, данный коллективный договор наиболее широко охватывает всю совокупность взаимоотношений работников и работодателя. Договор составлен с учетом интересов работников. И насколько это возможно, защищает их права. Вот мне почему-то показалось так, что вот он, ну, если учитывать наши современные реалии, он все-таки составлен в пользу работников. Хотя, наверное, работодатели тоже получают значительную пользу, когда у их работников все хорошо, они социально защищены. В договоре прописаны обязательства работодателя, прежде всего, также правкома и работников. Обязательства работодателя перед работниками подробно прописаны по всем аспектам жизни предприятия. Ну, они даже выходят за рамки жизни предприятия во многом. Вот я выделил 6, 7, даже 8 пунктов, собственно, как они идут по основному тексту, и по каждому пункту я выделил главное. То есть вот по организации производства, то, что я посчитал весьма существенным вот, по этому пункту коллективного договора. Вот по организации производства данный коллективный договор предусматривает, что важно, интеграцию работников управления жизнью предприятия, ставит работодателя под достаточно строгий контроль правкомов. Все виды работ должны быть строго нормированы, а изменения норм оплаты труда должны согласовываться с правковыми, что, естественно, уберегает работников от злоупотребления со стороны работодателя. Договор предусматривает направление работников на стажировки в другие портовые организации для ознакомления с их опытом работы организации производства, что, опять же, носит такую образовательную функцию и страхует работников от каких-то злоупотреблений со стороны работодателя. Договор обязывает работодателя поощрять работников за проявленную инициативу.
вот ведомственные расследования случаев аварии должны проходить с участием правкомов, что гарантирует работнику беспристрастное рассмотрение, допускать работников документов с их персональными данными, данными о допущенных нарушениях, что опять же важно. А дисциплинарные взыскания возможно носить только после консультации с соответствующим правкомом. На работников нельзя возлагать ответственность за ущерб, который относится к категории нормального хозяйственного риска. Ну, все вот эти пункты, да, которые я выделил, они дают работникам определенные гарантии, страхуют их от какого-то произвола, который нередко встречается. Второй пункт коллективного договора, он называется «По обеспечению занятости». Существенного я выделил из этого пункта в случае наличия вакансий на предприятии предоставлять приоритетное право родственникам работника, получившего увечья или погибшего на производстве. Опять же, вот определенная социальная гарантия. На работу принимать по срочным и бессрочным трудовым договорам. Заключение срочных трудовых договоров и переход на бессрочные трудовые договоры происходит согласование с правкомами. Ну, это является, я понимаю, тоже очень важным, потому что сейчас, в принципе, в тренде заключать именно какие-то срочные трудовые договоры, когда человека можно в любой момент выкинуть, там, с работы, ну, там, условно говоря, через год. Он менее защищен в таком случае. И опять же, в случае каких-то забастовок на предприятии, например, можно набрать несколько человек по этим бессрочным договорам, и, собственно, вот они будут работать, ну, и бастуйте дальше. А тут нет, тут как бы под контролем правкомов все вот эти манипуляции будут происходить. Ну и возможно, не дать эти злоупотребления должны быть, но их возможность ограничивается, опять же, правкомами. Ну вот, что важно выделить, что действительно в этом договоре очень сильна роль правкомов. Они практически являются таким как бы контрольным, что ли, органом, который такой всеобъемлющий характер носит. При отсутствии работы предоставлять работнику отпуск с гарантией сохранения за ним места на предприятии. Предоставлять право на работу с неполным рабочим днем, право на досрочный выход на пенсию. После банкротства организации трудоустраивать работников, новый этот интересный очень пункт. После банкротства организации трудоустраивать работников в новую организацию, которая образуется на базе имущества, вот организация, которая обанкротилась. То есть приоритетное право имеют те работники, по-моему, там 90%, если не ошибаюсь, прописано в коллективном договоре потом. Ну, то есть, как бы как бывает. Например, вот предприятие банкротится. Ну, такие юридические манипуляции различные. А потом на том же имуществе, собственно, возникает новое там, юридическое лицо, или, ну, новое предприятие, там, у него неважно какая форма. А обязательства как бы старого предприятия остаются, собственно, за тем предприятием, которое банкротилось, и с него, как говорится, взятки гладкие. Но здесь даже прописано то, что в таком случае работники не окажутся на улице, они пойдут, соответственно, работать вот после манипуляции в новое предприятие. Ну вот, важным пунктом, я понимаю, наверное, в законодательстве прописано, в период забастовки запрещается применять труд иных лиц на предприятии. Еще один пункт коллективного договора, то, что касается охраны здоровья работников, тоже прописан очень подробно, со всеми гарантиями для обеспечения сохранности здоровья. Но на таких предприятиях, как порт, я понимаю, острая проблема, потому что люди на улице работают и с опасными грузами какими-то, и с вредными. Вот что важно по этому пункту. Работников должны обеспечивать полной достоверной информацией об условиях их работы, о вредных и опасных производственных факторах, о мерах защиты, которые можно предпринять, скорости ветра и температуры. Это все обязанность работодателя, он должен в этом извещать работника. Обучение, ну, поскольку, естественно, скорость ветра там может влиять на погрузки тяжелых грузов, и, естественно, чем холоднее, чем выше скорость ветра, тем сложнее работать на открытом воздухе. И обучение работников должно происходить. Вообще акцент в коллективном договоре сделан на обучение, на такие важные вещи, на интеграцию, на социальное партнерство даже. Вот, охрана, вот, обучение этим правилам работников происходит в рабочее время. Работодатель обязан соблюдать
пределы нагрузок, обязан не перегружать докеров сверх нормы, соблюдать нормы освещенности, загазованности, запыленности, вибрации, шума, радиоактивности. Работодатель обязан предоставлять удобную современную спецодежду, другие средства индивидуальной защиты, спецобувь, обеспечить гигиенические требования, предоставлять душевые места для помывки рук, выдавать молочную продукцию за работу во вредных условиях, обеспечить комфортные оборудованные комнаты отдыха, обеспечить комнаты для обогрева, что, естественно, очень важно для, опять же, работы зимой в наших природных условиях на улице. Важно, чтобы такие комнаты были. Не отправлять докеров, даже вот такие нюансы прописаны, не отправлять докеров в морозильные помещения в мокрой спецодежде. Но вот когда я читал вот этот пункт коллективного договора, ну и я понимаю, это вообще каждый его пункт — это результат борьбы, собственно. Борьбы рабочих за какие-то свои права, ну, между работодателями. Вот этот пункт, и вот думаешь, что-таки это же вот важно, да, вот не отправлять докеров в морозильные помещения в мокрой спецодежде. Действительно очень важно, и вот это прописано здесь. И я задумался, так значит, такие случаи когда-то были, что их отправляли, поэтому это так прописано, это не просто так, кто-то выдумал там для их удобства, значит, такое было. Ножки Буша разгружают в трюмах, там же они же все замороженные, вот, пожалуйста. На этом пути почему-то я начал задумываться о том, что вот это договор, не просто коллективный договор, какой-то там юридический документ, понятно, это именно результат борьбы. Результат страданий, можно даже сказать. Устанавливаются дополнительные перерывы на обогрев при низких температурах. Там очень подробно написано, при каких температурах, при какой скорости ветра, сколько минут, собственно, должен происходить обогрев. В случае болезни 3 дня неоплачиваемого отпуска без предъявления медицинских документов. То есть, если, ну, достаточно такой вот, как сказать, в хорошем смысле либеральный пункт, что человек, если заболел, он может на 3 дня уйти без справки. Это, с одной стороны, выгодно и работодателю, и работнику, наверное, во многом. Работодатель обязан ежегодно анализировать прозаболеваемость и устранять ее причины. Работодатель обязуется производить единовременную выплату работникам, получившим увечья, повреждения здоровья, связанного с трудовыми обязанностями. Компенсации семье в случае гибели работника на производстве тоже очень подробно прописаны. Работников, заболевших на рабочем месте, перевозить в больницы за счет организации. Следующий пункт коллективного договора, что касается рабочего времени. Рабочее время строго регулируется правкомами. Рабочая смена 7,5 часов с перерывами на отдых, подготовительно-заключительные операции. Должен предоставляться непрерывный еженедельный отдых в течение 48 часов. То есть 2 дня подряд, как я понял, да? В целях налаживания социального партнерства предоставлять рабочим выходные по семейным обстоятельствам при сохранении оплаты. Ну, то есть там в случае, там, по-моему, даже свадьбы детей прописаны. Естественно, в случае смерти близких родственников, еще плюс как ко всему, но это будет позже, по социальным гарантиям буду читать. По оплате труда. Тут важно, ну, минимальный размер оплаты труда на предприятии 6600 рублей. Я не знаю, в 2008 году, наверное, он был меньше, да, как бы, государство. 3280. Сколько был? 3280. Ну, то есть он в 2 раза больше, чем по законодательству, что же, как бы, делает честь вот этому документу. Каждый год увеличивать уровень реального содержания заработной платы. Ну, вот это тоже вот на ваших лекциях мы рассматривали, вот именно это реальное содержание заработной платы. Это вот очень актуально для нашего времени, собственно, когда с этой безумной инфляцией и с этими экономическими проблемами, с которыми мы столкнулись сейчас. И чтобы не повышать просто там, повысили на 5% вам там или на 7%, а вам действительно повысили там и на эти 7, и еще плюс какое-то реальное повышение. Выдавать работнику расчетные листки, извещающие каждого работника о составных частях его зарплаты. Ну, вот тоже такая функция информирования. Тут вот идет, ну, как бы такой доступ к информации, вот, это все четко прописано. Повышающие коэффициенты при работе в зимнее время существуют. Там на одну целую, ну, там повышается, по-моему, в зависимости, если я не ошибаюсь, от температуры повышающие коэффициенты. Вот, устанавливать разовые нормы при работе с
с трудными грузами, ну, например, там какими-нибудь лежавшимися каменелами, там, наверное, или ножками буша и так далее. Производить оплату работнику по среднему заработку в случае, если он вынужден выполнять обязанности перед обществом. Тоже важный момент. Если он занимается собственным обучением, какие-то проходит обязательные инструктажи, ну, какие-то образовательные функции, то, собственно, ему все равно платят деньги. Сверхурочную работу, выходные, праздничные дни оплачивать в двойном размере. При отсутствии работы право покинуть смену, при этом оплачиваются трехчасовые тарифные ставки. Либо там будет оплачено столько часов, сколько человек непосредственно проработал, столько тарифных ставок. Ну, то есть, когда предприятие нет работы, он может пораньше уйти. В стаж включается трудовой стаж. Широкий спектр деятельности, не всегда связанный непосредственно с производством. Это работа и на выборных должностях, служба в армии, различные социальные обязанности, уход за ребенком, учеба, опять же. Сводные данные о заработке следует направлять в правком, опять же, для анализа, для, ну, это все делается для гарантий каких-то рабочих, для того, чтобы их обезопасить лишний раз. Ну, что работодатель, что кажется очевидным, но не всегда очевидно, должен обеспечить полную своевременную выдачу зарплаты и первоочередность расчетов с работниками. Ну, то есть, если он, как я понял, у него есть какие-то там обязательства перед банками или еще перед кем-то, он должен сначала рассчитаться с рабочими, а потом гасить кредиты свои. Тоже очень полезная вещь. По социальным гарантиям и льготам, пункт коллективного договора, даже не пункт, раздел. Расходы на социальное развитие предприятия на себя берет, оно согласовывается с правкомами. Отдых работников и их семей на объектах, принадлежащих организации, ну, там какие-нибудь ведомственные санатории, которые остались, будут компенсироваться, причем, ну, там 70% стоимости. У работников, вот это очень интересно, кстати, у работников есть возможность взять займ у работодателя, причем это беспроцентный займ. То есть, как бы не в банк идти, а можно вот. Такое социальное партнерство, опять же, укрепляет. Какую-то стабильность, можно сказать. Это, я думаю, мало на каких предприятиях вообще возможно, да? Это важный, интересный пункт. Выплачивать при увольнении двухмесячный заработок работникам, проработающим 10 лет на предприятии. Ну, там не только 10, а 3 до 15 лет. Еще там есть звание ветеран, ну, вот ветеран этого производства. Это будет умножать определенные коэффициенты. То есть засчитываются заслуги трудовые перед предприятием, когда распределяют социальные льготы. Но опять же там прописано, что если там человек пьяница, дебошир и обладает слабой трудовой дисциплиной, то он не получит ничего. Ну, поощрять работников за высокоэффективную и длительную работу на предприятии, оказывать материальную помощь социально незащищенным работникам. В случае смерти работника компенсировать расходы на погребение, вот это тоже, наверное, мало где есть. Вот на этом предприятии это было. Я, правда, не знаю, как это исполнялось, потому что у меня большие сомнения, что мало там. Ну, так, что и там, что их оплачивали. Ну, то есть они оплачивали реально, да? Да. Может, такие как бы полуфантастические пункты, ну, с моей точки зрения, потому что если ответственности никакой, то такие. Ну, это действительно лишняя такая большая финансовая нагрузка на предприятие. В размере двухмесячных минимальных тарифных ставок оплачивать помощь. Прогульщикам и нарушителям материальная помощь не предоставляется. Вот, ну, целый пункт, точнее целый раздел, это по гарантиям профсоюзной деятельности работников. То есть работодатель обязан материально обеспечивать работу профсоюзов не в плане финансового, а вот именно предоставлять им необходимые помещения, всю необходимую информацию по вопросам труда и социально-экономического развития предприятия, причитать 1% фонда оплаты труда в бюджет правкома, удерживать из зарплаты членские и профсоюзные взносы, то есть и перечислять профсоюзу, что делает, как сказать, работу профсоюза более эффективной и освобождает каких-то лишних бумажной работы финансовой, там проводок всяких, это все делает работодатель. Выбранные должностные лица, профсоюзные работники обладают всеми правами и льготами наравне с другими работниками. Ну, так и должно быть, в принципе. Правком вправе требовать к привлечению к строгой дисциплинарной ответственности должностных лиц, не выполняющих коллективный договор и законодательство о профсоюзах. То есть предусмотрена такая, ну, видимо, поскольку, как вот вы рассказывали на лекциях, ответственность по административному кодексу за неисполнение коллективного договора
она незначительна, поэтому здесь прописано. Поэтому здесь прописано, что эта ответственность. То есть, как бы не то, что обходится закон, появляется реальная ответственность. Не просто там, как бы там 500 рублей, а действительно, что если не будет уволен тот человек, который не выполняет коллективные договоры и законодательство о профсоюзах, то там грозит забастовкой, например. Ну, прописано, опять же, 8-м пунктом, как следует готовить новый коллективный договор, порядок, там, переговорный процесс. А основной текст дополнен обширным приложением, в котором подробно прописано большинство из пунктов основного текста. Ну вот, некоторые выводы, которые я сделал после прочтения основной части коллективного договора. Ну, данный коллективный договор дополняет и улучшает трудовое законодательство и его применение на практике. Договор составлен в интересах работников, ну, с моей точки зрения, больше в сторону интересов работников, чем работодателя, но теоретически, если это разложить, что это должно быть взаимовыгодное партнерство, потому что сытый, хороший, хорошо образованный, довольный рабочий, он, наверное, хорошо работает. На мой взгляд, особенно важным представляется то, что данный коллективный договор, он отражает не только интересы рабочих, но и общества в целом. То есть там есть целые пункты, что человек может там, пойти на учебу, еще ну, какие-то нести, позволяет работникам вести какие-то социально значимые функции. Не только работать, а дает им такую возможность. Дает возможность образования, там, укрепления социального партнерства. Вот он стимулирует работников, можно сказать, выполнять социальные обязанности, заниматься образованием и саморазвитием. Укрепляет социальное партнерство, общественную стабильность. Работники мотивированы для проявления инициативы. Им представлены различные необходимые социальные гарантии для развития их личности. Заключение исполнения коллективных договоров, подобных этому, благоприятно повлияло бы на производство и общество, сняло бы многие конфликты. Но сам по себе договор – это пример достижения какого-то некого общественного компромисса, результат борьбы работников и работодателя, ну и колоссального труда, приложенного на его исполнение и написание. Ну, минусом, что мне показалось, за что, собственно, и критикуют, как правило, левых. Ну, во-первых, ну, левых критикуют, как правило, за то, что вот, например, какие-то социальные гарантии ведут к социальному иждивенчеству. Ну, во многих случаях так и получается, да, не во всех далеко. Но я здесь не про это хочу сказать. Мне минусом видится то, что в современных российских реалиях, вот надо рассматривать, в современных российских реалиях мы живем, да, в 2008 году примерно было, ну, наверное, тоже кризис был, такая ситуация, как и сейчас. Вот этот договор и вот его исполнение, если вот распространять подобные коллективные договоры на различные другие предприятия, не обязательно там на докеров, но на любые производства практически, да, тогда вот, в принципе, это безусловное благо. Но если его распространять и заключать исключительно, ну вот, например, вот в этом порту, да, вот за его первый контейнерный терминал мы его заключили, а там в соседнем порту нету там профсоюзной организации или нету такого хорошего, или вообще нету коллективного договора, и вообще, или он дает меньше гарантии работникам, и, собственно, работодатель просто экономит средства, которые он может потом вложить в конкурентную борьбу, и тот человек, который... Ну, в общем, мне не нравится, что конкуренция происходит. Человек, который исполняет подобные коллективные договоры, да, это правильно, он просто не совсем оказывается в конкурентоспособной ситуации. Вот он может негативно сказаться на конкурентоспособности предприятия. Ну вот как эту проблему можно решить, чтобы это негативно не сказывалось на конкурентоспособности предпринимателей и стимулировало их к заключению подобных договоров? Это надо, наверное, как законодательно прописывать, чтобы такие вот, такого уровня, либо был трудовой кодекс, который, я понимаю, ну, по многим пунктам уступает, чтобы, который обязывал всех исполнять. Либо по всей отрасли надо принимать такие коллективные договоры, только тогда это будет способствовать и... Но улучшение, это и есть конкурентоспособность? Ну, это с одной стороны, но я же говорю, в наших российских реалиях это не всегда так, наверное. Но мне так показалось, поэтому я это минус выделил здесь. В нашей российской реальности... Вот эти так сэкономленные на этом деньги, чтобы не оплачивать такой коллективный договор, отправятся в офшор. И поэтому получается, что вот на этом предприятии они пошли на развитие главной производительной силы и тем самым на...
А, ну то есть те, производства, что, а да. Те пропали для производства. То есть те предприниматели, которые не заключают подобный коллективный договор, они просто эти деньги направляют все равно не на производство, да, а просто да. Их как бы выводят. Даже вот такой гарантировать, что деньги останутся в России, это значит повысить зарплату. И тогда, так сказать, повышенная зарплата куда пойдет? Она пойдет в российские да. Магазины, она повлияет в экономику. Экономику. А иначе мы видим сейчас главная проблема перед Россией, как попытаться как-то направить в производство то, что уходит просто из России. И не в виде инвестиций, а просто в виде, так сказать, трат на... Просто вернуть хотя бы свое, да, без инвестиций, да. Тут уже вопрос да. Такой. То есть у вас правильно поставлен вопрос, как это с точки зрения конкуренции? С точки зрения конкуренции вот так. То есть вообще... Вот видите, я немножко по-другому просто понял. Предприятия вот такого рода еще никто не проиграл. Какие разоряются предприятия? Где вот в таком жалком состоянии находятся люди, социальные отношения... И потом... Работа идет по-другому абсолютно. Вот, да. Работодатель в этих условиях, так сказать, в известном мысли ограниченных, то есть его ограничили, он таких сумасшедших, таких скачков, которые могут разрушить производство, не делает, он должен стабильно работать. То есть у него дорога к совершенствованию производства, повышению производительности труда, закупкам новой техники, потому что эти люди обучены, и их можно сажать. И они не угробят эту технику. Да, да, да. А ведь сейчас эта техника очень дорогая, у них техника высочайшая. А тут какой-нибудь необученный человек может ее и. Да, то есть вот нельзя угробить. кого-то набрать, посадить, ну он посадит, угробит, и все. И уйдет с предприятия, да? Ну, может, его выгнать его. Толку-то. У нас все права. И профсоюз согласился, и что? То есть. Другой уровень действительно производства, если мы вот в современных условиях находимся, где научно-технический прогресс. То есть прогресс, в наших российских реалиях, наоборот, даже улучшает конкурентоспособность предприятия, чем ухудшает. Улучшает, и это видно. Но просто я как видимо, это подумал, с точки зрения нормальной экономики. Вот это предприятие перегружает 35% контейнеров России. Угу. Вот один терминал. А какие конкуренты есть? Нету или вообще это есть данного там, предприятия? Есть там компании миллиардера Лисина рядом. Более крупного миллиардера, но он успешно с ними конкурирует. Там есть лесной порт, вот, а другие... Лесной порт это на Калнежском острове где-то, по-моему, рядом, нет? Да. А это дорога на Туртанные острова, Атаха. Там находится да, первый контейнерный терминал. Потом сейчас хозяева этого первого контейнерного терминала входят в такую организацию Global Ports, где датчане в основном правят, они одновременно имеют предприятие на Дальнем Востоке и строят предприятие на Дальнем Востоке, то есть, в общем-то, вложения в развитие экономики России. Да. Ну и хорошо, что я ошибался в последнем пункте. Спасибо за внимание. Вам спасибо большое. Так, пожалуйста. Вы знаете, я... Туда. Выходите там, представляете? Я не готов, правда. Не готов, правда. Ну, человек должен быть всегда готов что-то сказать. Вы можете высказаться по поводу предыдущего выступления. Ну, давайте мы будем действовать в условиях, приближенных к военным, так сказать. Вас бросили, и вы должны плавать. Выходите. Не готов, правда. Как может человек не готов? Как? Вот вам очень, я думаю, что вы вполне, вот сейчас вы слушали внимательно, вы можете по этому поводу высказаться, прокомментировать, согласиться, не согласиться с предыдущим выступлением, чтобы доставить. Да, нормально. Ой, под камеру. Никакого другого способа нет. Так, назвали тебя. Здравствуйте, меня зовут Кирилл Сибиряков, я попробую высказать свое мнение по этому поводу. Пожалуйста. Стараться. Ну, сейчас, секунду. Соображаем. Ну, для начала бы я хотел высказать свое мнение по поводу определения коллективного договора. На мой взгляд, коллективный договор – это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. Коллективный договор на предприятии заключает работодатель или профсоюз работников или полномочные представители работников, если работники не объединились в профсоюз. Содержание и структура коллективного договора определяется сторонами коллективных переговоров. В коллективный договор могут включаться взаимные обязательства сторон по следующим вопросам: формы, системы и размеры оплаты труда, денежные вознаграждения, пособия, компенсации, доплаты.
механизм регулирования оплаты труда, исходя из роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором, занятость, переобучение, условия высвобождения работников, продолжительность рабочего времени и времени отдыха, отпусков, улучшение условий и охраны труда молодежи, женщин и других работников, добровольное обязательное медицинское страхование, соблюдение интересов работников при приватизации предприятия, ведомственного жилья, экологическая безопасность и охрана здоровья работников на предпроизводстве, льготы для работников, совмещающихся работу с обучением, контроль за выполнением коллективного договора, ответственность сторон, социальное партнерство, обеспечение условий функционирования профсоюзов, иных уполномоченных работниками исполнительных органов, отказ от забастовок по условиям, включенных в данный коллективный договор при современном и полном их выполнении. Ну, на самом деле, я ознакомился с этим данным трудовым договором, полностью как бы прочитал его и пришел к выводу, что он несет в себе только благо для простого сотрудника, ну, такого предприятия, как портовый терминал. Дмитрий достаточно полно и всецело его рассмотрел. Единственное, что я бы хотел также выделить особо важное положение о таком положении под номером 25, как о порядке предоставления беспроцентного займа работникам, что, на мой взгляд, является наиболее важным в данном договоре. Он предоставляет возможность работнику выдавать займы беспроцентные, что в условиях современной российской экономики является немаловажным. Ну, что... Я даже не знаю, что сейчас сказать на самом деле. Он несет в себе большое количество важных и очень важных вещей, которые должны быть, я считаю, на каждом предприятии, уважающем себя предприятии, и что каждый сотрудник должен заключить профсоюз, должен быть организован профсоюз на каждом предприятии и должен быть заключен подобного рода договор. Пускай не такой хороший, но, тем не менее, защищающий. Вот это все, наверное. Вы обратили внимание на то, что здесь, вот кто, какие профсоюзы представляют здесь работников? Здесь такая необычная или не широко распространенная комбинация. Там сколько профсоюзов представляют? Несколько. Два. И комиссия еще соединены в во что? Профком. Нет. Два профкома образовали единый представительный орган. ЕПОР. Единый профсоюз работников. Причем председатель профсоюзной организации, профсоюза дочерок, является председателем ЕПОР, а председатель организации профсоюза работников водного транспорта, ПРВТ, он представляет собой заместителя. Зачем два правкома на одном предприятии? Так получилось просто исторически? Так получилось исторически. Вообще исторически существовал профсоюз работников водного транспорта, который входит в Федерацию независимых профсоюзов России. Профсоюз независимых профсоюзов России – это провластная же структура, я понимаю? Интересно, работодатели действительно. Да, вот он входит в НПР. Вот. И, так сказать, докеры, когда они 15 лет назад образовали профсоюз докеров, они исходили из того, что они решающая сила на производстве, но они в меньшинстве, профсоюзе. Потому что профсоюз входили, ну, все мыслимые и немыслимые работники всех специальностей. Вот. А, скажем, что касается коллективных действий, скажем, если они собираются достичь чего-либо с использованием права на забастовку, то у них никогда большинства нет. Никто забастовки не может быть. В общем, некоторые работники из профсоюза работников водного транспорта, в том числе из руководства профсоюза нашего областного, им помогали. И они создали, учредили сначала здесь, в Ленинграде, а потом вот этот российский профсоюз докеров. Он в ФНПР не входит. И тут интересно, что вот этот самый орган представительный, он составлен из двух профорганизаций, которые входят вообще в разные объединения профсоюзов. Профсоюз работников водного транспорта, Федерация независимых профсоюзов России, а вот профсоюз докеров Конфедерации труда России. И тем не менее они нашли возможность соединиться, и они поэтому бесспорным являются представителем. Сейчас по закону, если, скажем, больше 50%, то в этом профсоюзе больше 50% работников, то он является бесспорным представителем. А если нет, то тогда он может претендовать только на то, что конференция ему поручит. А иначе он без конференции, без такого решения не может представлять.
А законодательство позволяет сейчас, даже если два вместе взятых профсоюза, две профсоюзных организации не представляют 50%, не образуют 50%. Но если их две, то хотя бы, так сказать, в одном 10%, в другом 5%, они могут представлять уже без того, чтобы собирать коллектив. То есть они могут представлять интересы работников, если они. Если две профсоюзных организации образуют единый представительный орган. Сколько вообще процентов представляли два правкома работников? Ну, больше 50. А, все равно больше 50, в любом случае, даже то. Больше. Это не ухищрение, просто так сложилось, да? Да, они больше половины. Но вот сейчас бывает так, что вот кого-то куда-то перевели, там самостоятельные были организации, а теперь они вошли в Морпорт СПБ и стали там в меньшинстве. Если бы они соединились так же, как в этой организации, они бы спокойно могли организовывать работу по коллективным договорам. А они вот этого не проделали, этой операции. Хотя это вот было сделано на виду, об этом все знают, и это достаточно просто делать. Причем профсоюз работников водного транспорта, ну, скажем, всегда в этом активно во всем участвует здесь. И очень скоро многие поняли, что, от забастовки, которая повышает этот вот минимум, от которого рассчитываются все, там, если вы заметили, там существует классификация, коэффициенты до генерального директора. Если докеры добьются повышения вот этой первой ставки, вот она была 3280 для общества, а тут 6600. Если она будет 7600, у всех повысится зарплата. Поэтому люди, которые далекие от коллективного трудовых споров, спрашивают, когда вы будете восставать? То есть, в этом становился заинтересован, каждый весь рабочий. Коллектив. Весь коллектив. И поэтому, а докеры еще, надо отдать им должное, уму их и, смекалки, что они всегда требовали, у них больше зарплаты, чем у других, они всегда себе процент меньше, чем остальные требовали. Для остальных чуть-чуть побольше процент. И поэтому, в общем-то, они обеспечивали поддержку. А такая поддержка очень важна. Сразу других работников предприятия. Да, других работников. В конфликтной ситуации это очень важно. Это очень... А работодатель каждый раз убеждался, что он вообще получил стабильную работу и действительно высококвалифицированных рабочих, которых он нигде не найдет. Он иногда так высказывается на переговорах, вот мы можем вас уволить, но он понимает, что это крах. Потому что это такой уровень техники. Не найти уже даже. Да не найдешь вот таких людей. Это не подметание двора. Это совсем другое. Вот такая. А они потом могут себе найти работу, если они такого уровня? Да, они могут. Конкуренты, ну, они могут найти. Они не уступают работники, которые есть в Дании, они уже ездили благодаря этому коллективному договору. Смотрели в Дании, посмотрели, удивляются, почему мы делаем работу не хуже, а получаем меньше. Так у нас преподаватели тоже удивляются, почему на Западе одни. Да. Почему хуже? Хорошо, товарищ Сверяков, очень хорошо, спасибо. Ну, на самом деле, я еще хотел сказать, что как человек далекий, на самом деле, от коллективных договоров и таких ситуаций, я прочитал статью в газете «За рабочее дело», и мне было достаточно подробно описано, то есть я смог понять, на самом деле, в чем заключается проблема конфликта. Там господин или товарищ Моисеенко И он основной тезис доклада, и это была конференция, я так понимаю, сотрудников, и он очень доходчиво объясняет основные тезисы и суть конфликта, собственно говоря. Спасибо за внимание. Надеюсь, я вас не утомил. Спасибо. Пожалуйста. Ну вот теперь все здесь. Ваши товарищи, проложили лыжню, и вам остается только по этой лыжне высказать мнение по поводу этих выступлений, присоединиться или поспорить, в чем-то согласиться, не смогу. Кто знал, выйти только туда, назвать себя. Все ждут, народ ждет. Просто вы не посидели. Как говорится, как одному бедняку сказали, надо перебороть себя и поесть. Денег не было, на еду. Ну, все-таки так говорить, а и поешь. Ну, мне очень понравились доклады вот моих одногруппников. Это плохо уже, вот, можно сказать, блестящее выступление. Коллег, да, действительно, коллективный договор – это такая серьезная вещь, к сожалению, в нашей стране. Вы только не назвали себя, это очень важно. А, меня зовут, очень приятно, меня зовут Фальян Элла Михайловна. Я студентка второго курса магистратуры по направлению политическая конфликтология. Вот. А что касается коллективного договора, да, это действительно очень стоящая вещь.
Но, к сожалению, вот что я хотела сказать, и вот замечали, вот Дмитрий Анисимов замечал о том, что не во всех организациях, не во всех фирмах это все учитывается, к сожалению. Работа профсоюзов, конечно же, да, это ценная работа, но тоже, к сожалению, вот как сама, как работник, мало кто к этому обращается. Вот. Но если уверенно, если хорошо владеть знаниями каждыми, базовыми, каждый работник, то можно действительно отстоять свои права по данным, по некоторым пунктам, потому что действительно они пишутся не просто так, а действительно что-то в этом. Что-то в этом есть. Что-то в этом есть, да. Замечательное выступление. Мне тоже очень понравилось. Теперь люди чувствуют, что они не одни. Правда? Три человека, у нас же в России меньше трех, это вообще не так. Ну, у нас просто, не знаю, Суд. Тройка. Насколько это полезно, потому что наш таков менталитет людей – это смирение, поэтому наши люди не такие, как вот там в Европе, и что-то их какой-то пункт не устроил, они пойдут сразу. Стоя Наполеона разбили, зашли один раз в Европу, потом Гитлер разбили, второй раз в Европу. Но это... До этого три революции. Это нас перед фактом поставили, понимаете? Уже некуда было назад сдавать. Хлеба. Да, здесь как бы, да, люди, вот у них что-то не получается с работодателем, с организацией. Говорят, ну, такова моя доля. Работники забиты, в общем, правильно сказать. Да, да, забиты у нас, мы не верим в лучшее. Лучше поэтому... инициативу не проявлять, как говорится. Да, да. В принципе, не только в сфере инициатива у нас наказуема. Производства, да. А вообще, в принципе, инициатива наказуема, да, даже известна. Поэтому у нас так, как каждый сам за себя. Наши, да, все. И поэтому мы не всегда обращаемся к такого вида. Они в шоке от перестройщиков. До сих пор? Конечно. Был же я перестройку вообще не застал. Я перестройка, чтобы люди были в шоке. Да, я хорошо, спасибо. Спасибо вам. Значит, ну, вы понимаете, что я, как ведущий занятия, во-первых, должен поблагодарить выступивших, так? Поскольку они взяли на себя такую тяжелую ответственность, кстати, открыто и прямо заявить о своей приверженности к коллективно-договорному регулированию, которое является лучшей формой разрешения коллективных трудовых споров. Потому что другие формы связаны с хождением по судам. Тот, кто видел людей, которые ходят по судам, он знает, что вот они такие цветущие, а когда они походят по судам, они все нервные. Программа похудения. Да, и там, значит, когда им несколько раз говорят, что вы такой сякой бездельник, что вы ничего не делали, то, что вы доказываете, это неверно. Ну, что вы подлез, да? И это делают авторитетные люди, и еще от имени целой организации. Что кончается суды, например, по восстановлению на работе. Иногда они тянутся по 2,5 года. Кончается тем, что выигрывает работник, он ему оплачивает все. И он начинает лечиться, да? Да. Ему все оплачивают, и он и ему исправляют формулировку на то, что он уволился по собственному желанию, то есть его восстанавливает, он с этого момента, с момента выигрыша в суде, он оформляется, и тут же он уходит по собственному желанию. Потому что там уже такая обстановка, что, так сказать, нормальной какой-то деятельности и работы там не жди, то есть там тебе новые, так сказать, дадут взыскания, начнется снова. Да, и снова можешь идти по судам и так далее. Потом тот, кто думает, что выплата зарплаты там за 2,5 года разорит миллиардера какого-нибудь, я думаю, это наивный взгляд. Так что, то есть, когда вот, скажем, вся организация высказывает свое недоверие к такому способу руководства, это, конечно, очень существенно, там, скажем, или стадия забастовки, или статус бастующего предприятия, забастовки ведь это полное или частичное прекращение работы с целью достижения каких-то своих целей, не запрещенных законом. Общественное внимание привлекает совершенно. Да, общественное внимание. Потом, кто не хотят люди иметь дело, предприниматели другие, с той организацией, которая находится в забастовочном состоянии. Потому что когда она будет, надо что-то грузить или что-то получать, в это время, значит, забастовочный комитет решит, что это не надо отправлять. И надо вообще идти не к генеральному, а к председателю забастовочного комитета. Вот так. Тот, кто почитает кодекс об административных правонарушениях, он обнаружит, что надежда на то, что в суде эти вопросы можно решать, он, как только он поглядит, почитает то, что там написано, он узнает, что за уклонение от
процедуры разрешения коллективного трудового спора 5000 рублей, за невыполнение коллективного договора 5000 рублей и так далее. Надо, чтобы еще суд прошел. Да, надо суд, потом надо обращаться к судебным приставам и исполнителям. То есть вот люди, которые втягиваются в судебные разборки, они вообще не понимают, как решаются эти вопросы. То есть вопросы решаются тут по-крупному. Государство, в лице Государственной Думы и Федерального Собрания в целом, и президента, который подписывает законы, вам выдали право на забастовку. Перетягивайте канат. Поэтому, вот вы говорите, вот люди там, так сказать, складывают руки, не выступают. Да, конечно, надо понимать, что маленькие организации, они неэффективны не только в плане экономическом, потому что выигрывают сейчас крупное производство во всем. Ну, вы понимаете, что вот крупный сетевой магазин побеждает бабушку, которая продает семечки. И это, сколько бы ни помогали власти мелкому бизнесу, это, я думаю, выкидывание денег просто на ветер. Уж сколько их выкинули, этих денег? Дескать, вы заведите 3 козы, одна коза у вас будет издержки производства, другая – это будет вклад на развитие, а третья коза – это ваша прибыль. Потом козы заболели, поскольку у вас нет ни зоотехники, ничего, никакой, ни службы, ни опыта, ничего, все они подохли, а жена ваша спала с этими козами, потому что когда, значит, коза рожала, значит, надо было следить, чтобы они не умерли, да, и так далее. Это причем реальная история. И вот рассказывали всякие сказки. Или... Я вот наблюдал такую сцену, когда Дмитрий Анатольевич присутствовал при вот обсуждении вопроса, как будет развивать мелкий бизнес. И вот один товарищ, в Ярославле, по-моему, выступает и говорит, а я вот буду заниматься вот этими козами, а другой, значит, будет заниматься цветами. И вот я представляю, конечно, вырастет эта девушка, она получит 50 тысяч. Это, конечно, для начала, хотя у Маркса, скажем, есть... Специальное обоснование того, что с развитием капитализма, вот для того, чтобы начать крупное производство, все время возрастает этот вот первоначальный капитал. То есть начинать, скажем, с 50 тысяч – это заведомо все провальное дело. И вот, так сказать, она, конечно, на эти семена купит и землю обработает, и вырастет цветы. Но никто ее не ждет на рынке сбыта. То есть когда сейчас совершенно ясно, так сказать, все уже распределено, кто и где продает, она нигде не вылезет. Никто не будет брать ее цветы, хоть они будут распрекрасные и замечательные. Так поэтому это нереально. Деятельность Федеральной антимонопольной службы, как вы оцениваете? Деятельность Федеральной монопольной службы во всем мире оценивается для того, чтобы изображать борьбу с монополиями. Вы же прекрасно понимаете, что конкуренция, обычная конкуренция, приводит к монополии неизбежно. То есть, если я сторонник самой горячей, сторонник конкуренции, то я сторонник того, чтобы убежал более... Когда победит всех. Вот ну, правильно. Да? Если вы более эффективны, чем я, значит, вы должны меня съесть. Ну, если я так принципиально на этом стою. Если вы более эффективны, вы меня съели. И чего я должен тосковать по поводу того, что... Ну, меня съели же не в буквальном смысле, я иду к вам работать. Я нанимаюсь, потому что если бы я вас съел, то вы бы ко мне пошли бы работать. Вам деваться-то некуда, вы куда-то должны пристроиться, как-то вы жить должны. Значит, это совершенно естественный процесс. Это дальнейшее развитие конкуренции. Конкуренция ведет к монополии. Поэтому, так сказать, все эти разговоры, что антимонопольная служба, что-то там, что она, что у нас Дюпон она остановила, или Крайслер, или она остановила там Мелона и так далее. Ну, это возьмите крупнейшие монополии, тем более транснациональные. Нет, это такая так, некая пропаганда борьбы, так сказать. Вот. Ну, как борьба с курением. Значит, я вам продаю, а для того, чтобы я вам продавал эти сигареты, я нарисую там рак легких и еще накину цену в 2 раза, чтобы вы не покупали. А в итоге получается, что я-то знаю, что вы купите, поэтому я с помощью этой картинки я повысил цену вдвое и содрал с вас больше. Вот и все. Поэтому я приветствую эти картинки. Ну, там может иметь смысл, чтобы кто-то не начал курить, кто не курил, он посмотрел на картинку и не стал. Потом... Если вы посмотрите, как в сетевых магазинах устанавливают, там есть такие специальные для установления этих самых сигарет, и там так как раз надпись, уже. Там, где надпись, вот убивать, ее не видно. Так а сейчас все закрыто, сейчас по закону, по-моему, закону ну все вот. Сигареты закрыты. Вообще но если видно. Закрыто, значит что? Где не видно ничего, сразу говорят, дайте сигареты, и все. Он когда уже купил, тогда только он увидит эту картинку, а уже поздно. Ну, это да. Все равно, что съел, уже наркотик уже нет, потребил. Он посмотрел, эффект пропаганды такой, и он теперь перестал курить и попал. Да, ну мы знаем, это, мы знаем этот эффект. Наши эти фабрики закрыты все, отечественные, сигаретные, а в иностранных сигаретах не знаем, сколько табака. Вы состав знаете, в том-то и дело. В том-то и дело. Поэтому это большой вопрос.
Это раз. Теперь второе, я бы одну делал поправку вот к этим очень хорошим выступлениям в отношении... Очень хорошее у вас выступление, очень хорошо подготовились, и ваше выступление хорошее, а вашего, ну, мы должны признать, все замечательные. Отлично. Значит, отлично. Но есть, вот, мне кажется, дефект один, который я предложил бы учесть, вот, что не стоит его повторять. Вы все время говорили о защите прав. И есть поэтому правозащитники. А права формируют, в общем, работодатели. Вы будете право защищать. Вот есть у вас право на забастовку, а будете вы им пользоваться или нет? Ну, защищайте право. Ну, защитили вы право. А забастовка будет? Нет. Нет, может, будет, может, не будет. То есть защита права – это не то же самое, что защита интересов. Интерес – это то, что выгодно работнику. Или то, что выгодно капиталисту. Это защита интересов. Поэтому всякий конфликт состоит не в защите прав, а в защите интересов. Вот эти, поэтому вот это вот все движение правозащитное, оно очень странное. Люди защищают право. А надо людей защищать от этого права. Людей не надо защищать от такого права, которое позволяет их эксплуатировать. Почему бы людей-то не защищать? А как это защититься? Это уже будут неконституционные формы. Нет, почему? Давайте конституционно запишем, что мы защищаем работников от злоупотребления правом. А это изменение конституции, это сейчас уже экстремизм. Изменение конституции – это совершенно нормальный процесс. У нас сейчас... Единая Россия имеет там необходимое большинство конституционное, 2/3, поэтому все ваши предложения по изменению Конституции могут быть рассмотрены и приняты. А для того, чтобы произошло изменение, Конституции, надо, чтобы вызрели какие-то предложения серьезные. Поэтому вообще нельзя смотреть на право как ну, что-то такое незыблемое. Права отменяются или изменяются. Если право не соответствует интересам, там, данного класса, оно отменяется или изменяется, вот и все. То есть право не есть что-то такое вот святое само по себе, потому что есть ошибки в праве, есть постоянные изменения его, там все время идут сплошные изменения. Ведь посмотрите на деятельность Думы, там идет постоянное изменение законов. А причем по-крупному, скажем, вот законами не регулируют, например, ставку рефинансирования, а вот всякие мелочи, вроде курения, там вообще бесконечно или туда, на сколько метров отойти закон, ну, когда вы дума, будете курить. А? Такой законодательный орган, такая дума. Ну так вот, вот теперь вы будете... Такая власть. Ну вот есть право, теперь вы будете правозащитником, вы будете это право теперь защищать на 15 метров. Правозащитник, ну защищайте это право. То есть вопрос, вам уже дано право, что вы защищаете? Вот есть права, вот есть трудовой кодекс, вы воспользуетесь этим правом и защитите. Право не исполняется. И защитите, исполняются права. Права исполняются, права, мы должны правами пользоваться. А вот здесь подчеркивалось уже, что не все работники пользуются этими правами. Более того, основная масса не пользуется. И в советское время, если кто думает, что там составляли хорошие коллективные договоры, я вас информирую, только пятая часть в Ленинграде предприятий имела коллективный договор в советское время. Пятая. Это во-первых. Во-вторых, коллективный договор был вот не то, что вот я вам тут каждому дал. Так а кто был работодателем в том случае? Да. Был у работодателя и у председателя правкома. И никто не видел из работников. То есть это не то, что было выражением... В советское время работодателем являлся просто директор завода, что ли? Как? Завод. Завод в целом, да. Завод. Ну, как и сейчас. Сейчас директор никогда и сейчас не является работодателем. Работодателем является организация, юридическое лицо, у которого вы зачислены на работу. Только это называлось, раньше это называлось там, завод или фабрика, и была администрация. С 2002 года вместо слова администрация или собственник средств производства стали писать работодатели. А работодатель это, так сказать, ну тоже обманная такая формулировка, потому что если вы сейчас сядете на троллейбус, то и поедете, вы будете сидеть, нет, кто будет работодателем? Водитель троллейбуса будет работодателем, потому что вот работа всех... кто занимается в сфере обслуживания, медиков там, вот нас мы вот, в сфере образования, это образовательные услуги, так? Сейчас кто работодатель? В буквальном смысле слова, я сейчас работодатель, я вам даю свою работу, вы прямо ее непосредственно и берете, правильно? Вы слушаете же? Вот когда вы выступали, вы были работодателем, а я был работовзятелем, я вот тут сидел. Поэтому это новая формулировка с 2002 года. А если я вам уже работу даю, а вы еще требуете зарплату, то вы просто нахал. Вы же поймите, я и так работу вам дал. Сколько сможет с меня тянуть-то? Работа бесплатно.
Поэтому точная формулировка состоит в защите интересов с использованием тех прав, которые имеются. Или, если вы настроены революционным путем изменить право, это, как говорится, было в истории, никто у вас, так сказать, такую возможность не отнимает. Только в одиночку это не делайте, как эсеры, которые, так сказать, что-то стреляли, кого-то убивали. Вот, скажем, большевики, они же крайние противники были терроризма. Правда? Крайние. Поэтому их меньше всего трогали. Ну, немножко их там отправляли в Сибирь. Но, в общем, убивали-то кого? Эсеров. А кто победили-то? Ну, не эсеры же победили. Да. Более того, большевики того нахально поступили. Они взяли эсеровскую программу и выполнили. Все кричали, кричали, что надо всю землю разделить. Они взяли и разделили. И крестьянин пошел за большевиками, а не за эсерами. А мы же, говорит, вот мы же боролись, мы же вот царей убивали. Нет, жители собрания не большевики выиграли, они потом переворот, по сути, совершили. Кто? Большевики. Да не переворот, а революцию совершили, ну, это гораздо, да, больше. Они не потом, да, они раньше совершили. Большевики – это единственные люди. Вот Временное правительство ничего не сделало для созыва учредительного собрания. Они первое, что должно было сделать, по согласованию с большевиками, собрать учредительное собрание. Они пошли гнать людей на войну и ввели смертную казнь. Они, вместо того, чтобы собрать учредительное собрание. А большевики сделали революцию и пообещали, мы соберем. И собрали учредительное собрание. Предложили ему принять декларацию прав трудящегося эксплуатированного народа и принять решение о том, что советская власть выше парламентаризма, что на этом исчерпывается функция учредительного собрания, что она одобряет вот то, что произошло, и все. А после этого предоставили это учредительное собрание самому себе, а сами ушли. А что сделали эти самые депутаты? Они посидели до ночи. Потом они, значит, им посоветовали выйти, поскольку уже темно. Кто-нибудь их тронул? А тронул их кто-нибудь пальцем? Никто не тронул их пальцем. Ну, то потом всех тронули. Кто? Нет, сейчас кто? Мы разберем, кто. Они поехали, они сначала пошумели, решили поехать в Ярославль. Там лучше власть, чем вот эти большевики, которые их не тронули. В Ярославле они учредили комуч, комитет учредительного собрания. Этот комуч стал прогласить, что он есть власть. А там другие были претенденты на власть. Это вам не Ленин с большевиками. Там был Колчак. Они попали, когда Колчак, он первым делом засадил их в тюрьму. Они, значит, там бунтовали все время в тюрьме и доказывали, что они вообще власть, а Колчак никто. Тогда их вывели и расстреляли. Поэтому, кто расстреляли? Белогвардейцы. Поэтому мы скорбим по убиенным депутатам учредительного собрания. Вот. Вы скорбите, нет? И мы скорбим. Выборы в учредительное собрание выиграли не большевики, по сути, да? Выиграли не большевики. Ну, поэтому большевики, в отличие от нынешней КПРФ, никогда не кричали, что несправедливые выборы, что нечестные, что подделывают. Большевики были совершенно, хотя они тоже слушали такой курс вроде вас, и они знают, что идеология господствующего класса есть господствующая идеология, что обязательно в буржуазном обществе выиграет кто? Буржуазия. Поэтому что проверять-то? Особенно если честные выборы будут. Если честные, то обязательно выиграет буржуазная партия. Поэтому никто такой глупости не занимался, кричать там суды, там что-то шуметь, что мы не признаем. Тем более вот обещали суды КПРФ, потом перестал на эту тему говорить. Потому что им сказали, если вы не признаете, так раздавайте мандаты-то свои. Вы же прошли в Думу, как раз вы не признаете, значит, вы не признаете свои мандаты, давайте, уходите. А там повысили на 100 тысяч. Что, уже не на 100, 450 зарплаты сейчас. Ну вот сейчас вот, что-то напечатали очень малую им сумму. Под всего 96 напечатали. Да, я думаю, что им назвали какой-то номинал. Потому что было 150, потом прибавили 100, это 250. А поскольку там все почти половина, наверное, заместители председателей комитетов, поэтому там другой ранжир. И они, наверное, называют тот, от чего идет отчет. Например, у меня зарплата, оклад 28 тысяч, а получаю я 40. Ну, разница большая. Поэтому, когда люди говорят, у меня вот оклад вот такой маленький, ты лучше скажи, какая у тебя зарплата, потому что какой оклад, это другая тема совсем. У нас есть, например, ОЦО. Вы не знаете, что такое ОЦО? Я тоже не знал, думаю, что за ОЦО такое? Маца я знаю, цимис знаю, а это что такое? ОЦО. Оказывается, особо ценный объект у нас. Кто? Я объект? Нет, университет. И нам за каждый вот чих, вот, за который нам платят, еще полоклада, половину. Половина за надбавки, половина оклада и так далее. И так раз-раз-раз, и хоть и 28, а в 40. Только на госслужбе. А? На госслужбе такое, вот, на коммерческих компаниях. На год? Да как мы нас, на год и всех зачисляем? На госслужбе такое, да.
У нас вообще не госслужба. У нас не госслужба, мы не госслужащие. Мы на государстве, в государственном университете, но мы не госслужащие. А вот нас на год сейчас на конкурс. Всегда было 5, а сейчас у нас на конкурс. Вот я все время прохожу по конкурсу. Все прохожу. Я уже не знаю, когда был малый совет, когда большой совет, я интересовался. А теперь говорит, меня спрашивают следующее, зачем вам это надо? То есть, если меня не будет, я узнаю об этом. И мы вот все дружим. Каждый год конкурс? Каждый год конкурс. Каждый год. Вот в сентябре заканчивается конкурсный процесс. В декабре мы будем сдавать документы на новый конкурс. Какие документы? Диплом просто? Фу. Список научных трудов, форма, сколько у нас в системе Web Science опубликовано, индекс Хирша и так далее. Вот мы должны насчитать и так далее. Значит, теперь я хочу вас поздравить с тем, что вы такую задачу очень сложную, непростую выполнили. Вот. И эта задача, так сказать, она предрешает нам решение нашей главной, так сказать, задачи. Мы должны подтвердить нашу деятельность со сдачей экзамена. А экзамен у нас когда будет? Это вы должны сказать, мы не знаем. Это, если вы внимательно читаете расписание, там написано 15 декабря. Нет, 15 декабря заканчивается лекция. Это курс заканчивается, а когда курс. Экзамен, это когда назначат еще? Когда назначат, да. Ну, когда... Вы уже готовы к экзамену, что ли? Что вас так волнует? Значит, нас волновать должно то, когда мы заканчиваем. Осталось нам два занятия, правильно? Два занятия. Значит, следующее у нас будет через неделю лекция, это будет 8-е. И потом 15-го. Значит, что значит, мы сделаем? Что мы сделаем для того, чтобы закончить курс? В следующий раз мы обсудим такую тему, как забастовка и советы. Политическую такую тему. То есть, а какая связь есть, так сказать, между вот забастовками и, так сказать, созданием там органов власти и так далее. Это во-первых. Во-вторых, а вот последнее занятие, которое у нас будет, я думаю, что мы посвятим ответам на вопросы. То есть вы постарайтесь сформулировать вопросы по всем разделам, по всем непосредственно этим вопросам, и смежным, и связанным с ними, поскольку у нас задача не просто вот выполнить там программу, а, так сказать, получить достаточно твердые знания и, скажем, там, где есть какие-то сомнения или вопросы, там их надо сформулировать в виде вопросов, на которые я постараюсь ответить. То есть мы имеем возможность обсудить вот те пункты, по которым есть некоторые неясности или недопонимания и так далее. Имея в виду, что мы уже взяли с вами курс на подготовку к экзамену. Теперь, значит, к экзамен как будет проходить? Значит, экзамен будет проходить так. Вы должны будете на двух страничках написать на одной страничке ответ на один вопрос, который вы сами выберете из тех вопросов, которые есть в этой книжечке. И на второй. У вас есть такая книжечка? И на второй вопрос тоже. Желательно написать не больше странички. Но если напишите чуть-чуть больше, ничего страшного. То есть я вас тут не сковываю. И письменный экзамен или письменно-устный? Письменно-устный. Потому что письменность – более высокая форма. Письменность не сразу же появилась. До письменности народы очень долго шли, поэтому мы должны... Потом письменный ответ, он дисциплинирует. Потому что если вы сформулировали, так вы должны уметь выражать в понятиях. Это не значит, что человек, который формулирует письменно, так должен все это письменно и выступать. Например, Цицерон, крупнейший оратор древнеримский, говорил, что нужно написать и не читать. Написать для того, чтобы не было провалов. Человек свободно будет говорить, если у него это написано. Он говорит свободно. Совершенно. Значит, что буду делать я? Я буду читать то, что вы написали. Мы ролями меняемся. Вы воспроизводитель знаний, а я их, так сказать, вот, воспринимаю. То есть, у вас листочек, мы сидим, рассказываем то, что написали. Так, вы ничего не рассказываете, я в состоянии прочитать. Я прочитал. Вы читаете, но мы не рассказываем ничего. Вы ничего не рассказываете. Я получил от вас листочек, почитал. Получил второй листочек, почитал. Если у меня есть вопросы, я их задаю. Как обычно у меня вопросы бывают. Почему? Потому что я должен, так сказать, не просто почитать, я должен критически к этому отнестись и обратить ваше внимание на то, что вот это лучше вот так сформулировать, так, так или так. Или вот что это непонятно. Поскольку мы продолжаем дорабатывать, отрабатывать ваши знания, то есть качество их. Вот.
Соответственно, значит, может показаться либеральным то, что я вам предлагаю самим выбрать вопрос. Но это такая вот форма обоюдоострая, потому что если вы плохо отвечаете на самый любимый свой вопрос, это ставит под сомнение вообще все. Дескать, ну если вы на этот не можете ответить, а другие-то нечего и спрашивать. Правильно? Вот, поэтому человек должен понимать, что вот он, это нормально, что он демонстрирует свои знания на том, где ему это удобнее и лучше. Так же всегда и при защите диссертации, так же, да? Человек должен себя продемонстрировать свои знания, не обязательно по всем вопросам. Никто всего не знает. Что, все философы всем занимаются, одни специалисты по одному, другие, все конфликтологи одни по этим, конфликтологи другие по этим. То есть это совершенно нормально. Но вот человек должен где-то достаточно глубоко это проработать. Вот такая задача. Значит, я вас спрашиваю, после того, как все выяснено, вы получаете оценку. Я не сомневаюсь, что вы получите отличную оценку. Нам единственное, что под это надо подвести соответствующую базу. Правильно? Теперь, так сказать, я не сомневаюсь, а надо, чтобы вы не сомневались, что вы получите. А это зависит, как вы понимаете, сейчас уже не столько от меня, сколько от вас. Правда? Потому что мы пошли наш самолет на посадку. Да. Самый опасный прием, лёд и посадка. Конечно. Да, находимся на спуске. Вот, собственно, что нам предстоит. То есть в следующий раз мы вот эту тему обсудим, а потом мы даже в следующий раз тоже можем сказать, какие у вас пожелания, какие вопросы нам желательно обсудить бы еще вот заключительные, исходя из вопроса. Список вопросов. Список вопросов есть в этой книжечке, да. Там есть список вопросов, там почти сотни. Я куда-то книжечку делал. Эти нам еще один. Еще один. Вот. Нельзя работать без резервов. Вот товарищ уже продемонстрировал, он с резервами. А некоторые так хорошо рассказывают про кредит, а резервов не имеют. Видите, как вот, как-то одно, другое, другое. Но в совместной работе опять все можно выиграть. Так, нет ко мне тогда сегодня вопросов, да? Хочу вас поблагодарить, товарищи, особенно вас, которые, так сказать, ну, можно сказать, рисковали, боялись, но переломили себя. А? Это вы можете себе оставить, да. Если вам это интересно. Для будущих поколений. Да. Ну, найдем. Да. Хорошо. Так. Как? А почему мелкобуржуазный? Вот предприятие. Вот оно делает конденсаторы. И отправляется 100 другим предприятиям, которые эти конденсаторы ставят в прибор. И каждое это предприятие еще 100 предприятиям оно отправляет. И вот представьте себе, наше предприятие на 10% меньше выпустили конденсаторов. Значит, 100 умножить на 100 уже 10 тысяч. Не выполнили план. Что делается в этом случае? Не просто вас вызывают и ругают. Ругают это само собой. А сразу берут из резервов. И эти конденсаторы все попадают в том количестве, в каком надо. И все в порядке. И дальше. Вот это изолируется, это предприятие больное. И там его каким-то образом... Лечат, но это не подрывает всю экономику. И чем больше разлажена экономика, тем больше резервная. Подушка такая вот должна быть у каждого предприятия на входе, то есть комплектующие, и на выходе готовая продукция. И вот должны быть там запас и там запас. А потом, вот когда пойдете в магазин сегодня, посмотрите, сыр везде какой незрелый. Потому что люди не дождались, что он будет 40 дней, а он лежал 30 дней. Это все хороший сыр, но он еще должен 10 дней пролежать. Если один раз выдержать, то весь сыр пойдет по 40-дневному. А если один раз не выдержать, до 30 не додержать, то есть надо взять, было если купить там где-то, взять и вот сейчас отправить, то вот получается, что все время будет этот вот недодержанный сыр и так далее. Так что это вот очень важная тема. Тема, нельзя работать без резервов. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания. Обогревательные комнаты, это лучший раз в нашей организации. Обогревательные комнаты, о том, что Дима говорил. Да, у них там здорово. Обогревательные комнаты. У них там здорово. А там бывает и другое, что у них там написано в холодоговоре, что вот при жаре такой-то по 10 минут могут они останавливаться каждый час. И вот там жара почти 40 градусов. Они еще в этом, у них там кабина, в ней компьютер, там все жаришь и невозможно. Вот доктор выходит, а полу умерший, говорит. Ну невозможно работать. Я говорю, что вы чего ждете? У вас написано же в этом самом коллективном договоре. Вам ничего не надо, вам просто нужно сообщить администрации, что мы в соответствии с таким пунктом сейчас обогреваемся, охлаждаемся. 10 минут и все.
То есть, если сами люди не делают, ну что же, тоже и будут ходить, и ему интересно. Чтобы они еще все прочитали. Это на сказку немножко. А чтобы они прочитали, каждому докеру выдавался такой коллективный договор. А ты можешь не читать. На сказку немножко похоже. А? На сказку похоже. Да, ну, такой коллективный договор, что да. Очень хороший. Фантастический типа. Да, вот. И спец одежды, и теплая, и да, новая. Да, и те, вот, и, но это вот могут делать люди. Так, главное, чтобы исполнялось. Да. Спасибо. Успехов. До свидания.